Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию частотный преобразователь для регулировки оборотов электродвигателей и торговой марки Hyundai. Здесь представлена модель серии N700E 015SF на 1,5 кВт, 220 вольт вход, выход на три фазы по 220. Давайте более подробнее рассмотрим его конструктивные особенности. Частотный преобразователь идет в пластиковом корпусе. По самому наружному корпусу имеются отверстия вентиляционные для полного охлаждения. Таким образом, частотный преобразователь может находиться в шкафу управления и не перегревается. Также дополнительно здесь установлен вентилятор для охлаждения. Задняя часть корпуса имеет ребра для охлаждения и отверстие для крепежа на стену. По структуре снизу идут у нас подключения, выходы все под специальной крышкой, и сам пульт управления, где расположен у нас регулятор, пид-регулятор, который мы вращаем, выбираем параметры, ЖК-дисплей, на котором все отображается, и кнопки. Частотный преобразователь серии N700E – это более новая серия, которая заменила 500-ю, 600-ю серию. Поэтому, если у вас более старая модель, они полностью взаимозаменяемые, только уже более новое поколение. По посадочным местам они полностью идентичны. Это для тех, кто, допустим, хочет заменить старые сгоревшие частотные преобразователи. Для тех, кто покупает новые частотные преобразователи, мы рекомендуем обращать внимание на мощность и на пусковые токи перед выбором, а также напряжение. Для того, чтобы подобрать частотный преобразователь серии N700E от торговой марки Hyundai, можете обратиться в нашу компанию за более подробной информацией по телефону 044-530-38.